Орыш компания представляет. Вум. А что это такое? А это что? О, вау, ух ты. Мне нравится. Ничего себе. Поехали. Вум. Здравствуйте. Сегодня я познакомлю вас с игрой «Буква за буквой». Производитель УАО «Радуга», разработчик «Малыш» и компания «Город Киров». Круто. Дети 6-10 лет при усвоении навыков письма встречаются с трудностями. Они не могут запомнить начертания букв, искажают их на письме. Эта игра поможет закрепить знания, полученные на уроках письма и русского языка, помогает запомнить написание букв, развить логику, внимание и память. В игре 3 вида карт. Ой, как интересно! На этих карточках показаны буквы, наложенные друг на друга. Необходимо определить, какие буквы спрятались друг за другом. Прикольно! Буквы строчные или заглавные. В этом случае заглавные. Например, здесь спрятались буквы друг за друга В, Б, Г и З. У меня такого нет. Рассмотрим вариант строчных букв. Здесь спрятались друг за друга буквы Е, Ё, ничего Ф, себе. О, А, Х, С. Ой, как здорово. Следующая группа карточек. Классно. На карточках показан элемент буквы. Овал, прямая, прямая короткая палочка, палочка с закруглением и другие. Очень классно. Необходимо определить, в написании каких букв встречается данный элемент. Например, данный элемент встречается в буквах А, Б, В, Д, О, Ф, Ю и Я. Очень интересно. Карточки. Третья группа карточек. На карточке показаны элементы букв. Необходимо определить, в написании каких букв встречаются эти элементы и составить все возможные варианты. Например, из этих элементов можно составить буквы Т, Р, П и Г. Ой, как интересно. Конец. Спасибо за внимание. Орыш компания представляет. Вум. А что это такое? А это что? О, вау, ух ты. Мне нравится. Ничего себе. Поехали. Вум. Бррррр.